В Саратове проверяют автозаправки. Поводом стало недавнее заявление президента Путина о том, что в России много случаев фальсификации нефтепродуктов. В Ленинском районе сотрудники прокуратуры и Росстандарта проверили АЗС «Авангард» на улице Шахурдина. С помощью мерного резервуара на 10 литров выясняют, нет ли недолива бензина. Здесь объем отпускаемого нефтепродукта выдержан. Даже есть перелив на 25 миллилитров. Кроме того, проверяющих интересует химический состав нефтепродуктов. По словам контролеров Росстандарта, на саратовских АЗС сейчас бензин не разбавляют. Но превышение содержания серы и нарушение показателей октанового числа и ароматических сероводородов встречаются часто. В ходе рейда контролеры проверили более 20 заправок, находящихся на территории Ленинского района Саратова. При данной проверке будут отобраны пробы топлива, а также дизельного топлива. Данные пробы будут направлены на исследование для проведения качества топлива. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. В данном случае здесь имеется нарушение как на топливно-раздаточном оборудовании. Отсутствует информация о наименовании, марке, экологическом классе реализуемых нефтепродуктов.